В помещении Люберецкой местной организации Всероссийского общества инвалидов провели косметический ремонт. По поручению главы городского округа там установили натяжные потолки, обновили стены, кухню и санузел. Владимир Волков лично оценил проведенную работу. Сегодня у представителей общества инвалидов первое совместное чаепитие в отремонтированном помещении. Теперь собираться здесь хочется как можно чаще, и гостей приглашать уже намного приятнее. Вот все сделали, а на зеркале сэкономили. У нас еще зеркало в туалете. Раз, обещаете, давайте. Ремонтные работы провела управляющая компания ЛГЖТ. Небольшое помещение, где собираются члены общественной организации, давно нуждалось в обновлении. Были проблемы с инженерными коммуникациями, электрикой и сантехникой. Потолок сделали подвесной со светильниками. Нам покрасили помещение. Нам сделали комнату психологической разгрузки, отремонтировали кухню. Где-то сделали стеллажи, жалюзи день и ночь повесили. В общем, у нас стало замечательно. Люберецкое общество инвалидов состоит из 9 первичных организаций, в которых состоит 981 человек. Они принимают активное участие в жизни городского округа Люберцы, поддерживают областные и всероссийские проекты. Сейчас основная деятельность общественной организации направлена на помощь бойцам СВО. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.